spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале SpinningLine. Сегодня в нашем обзоре представлена достаточно бюджетная серия спиннингов под названием Stalker. Ее производителем является популярная среди многих рыболовов компания Касадака. Позиционируется данная линейка как удилище для традиционной ловли белого хищника. Давайте поближе ее рассмотрим. На примере спиннинга с обозначением 183 UL. Серия Stalker на данный момент состоит всего из трех моделей, длина которых составляет от 183 до 213 см. Но все они относятся к классу Ultralight и имеют одинаковый тест по приманкам, находящийся в пределах от 1 до 7 граммов. Данные характеристики мы можем увидеть в районе комля. Удилище состоит из двух частей со штекерным соединением. Обладает по заявлению производителя быстрым строем, что указано на бланке как Fast Action. Благодаря таким характеристикам серия подходит для ловли микроджигом и на поводковые оснастки, а также миниатюрными блёснами и воблерами. Обратите внимание на верхушку. Обмотка тюльпана и двух колец выполнена в ярком цвете, что улучшает визуальный контроль во время проводки и при поклевке. Для оснащения применяются облегченные кольца с вставками из карбида кремния, благодаря чему появляется возможность использовать плетеные лески. Более того, рама обладает антизахлестной формой. Хук-кипер не предусмотрен. Катушка-держатель скелетного типа имеет верхнюю гайку. На ней мы видим элементы продольного рифления. Это предотвратит проскальзывание руки и поможет крепче затянуть спиннинговую катушку. Масса удилища, в зависимости от конкретной модели, составляет от 71 до 80 граммов. Столь незначительный вес достигнут в том числе и за счет рукояти, выполненной в разнесенном варианте. Основным материалом является достаточно надежный и практичный этилен винилоцетат, или сокращенно ЭВА. Для хранения спиннинг Касадака Stalker комплектуется чехлом из плотного материала, на котором указаны главные характеристики данной модели, такие как длина, строй и тест. Сам футляр состоит из двух отделений. В большем находится комлевая часть, а в более узком – вершинка. Закрывается чехол клапаном на текстильной застежке. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале SpinningLine.